Эрмитаж отметил свой 252-й день рождения световым шоу. На Дворцовой площади для петербуржцев и гостей северной столицы устроили 3D-прогулку по главному музею страны. В свой 252-й день рождения Эрмитаж сделал подарок для всех петербуржцев. Продлил работу музея до 10 часов вечера, а заодно сделал вход во все залы абсолютно бесплатным. Неудивительно, что очередь растянулась километровая. Ребят, сколько вы здесь уже стоите? Ну, наверное, уже минут 30, даже больше. И вот дошли только до середины. Правда, уже с 6 часов вечера посмотреть интерьеры Эрмитажа можно было даже не заходя внутрь. На здании самого Зимнего дворца стартовало шоу «Мистерия света». Своеобразная прогулка по музею, где оригиналы картины залов заменяют компьютерные 3D-технологии, а монотонную речь гида – музыка классиков Прокофьева, Хачатуряна и Шостаковича. Длится шоу 7 минут, а после зрителям дают 10 на осмысление увиденного. Здравствуйте, понравилось вам шоу? Да, шоу замечательное, яркое, красочное. Прекрасное шоу, очень понравилось. Красиво, очень все оригинально смотрится. Ну а детям? Здесь очень круто. День Эрмитажа, начиная с 2017 года, станет официальным праздником Петербурга. Об этом заявил директор музея Михаил Петровский. По его словам, такое решение позволит сделать график мероприятий, которые будут проходить на главной площади северной столицы. Не исключено, что световое шоу, ставшее таким популярным, петербуржцы будут видеть значительно чаще.